Сегодня у нас база предмета, средний кластер, Ронсберн Дарвин. 68-83 уровень предмета, 4-5 пассивок. Крафтить будем Grand Design плюс Remarkable. База предмета у нас вообще ничего не стоит. Средняя цена на крафт у вас на экране. Цена на крафт с экзами будет примерно 315 сальтов, 25 регалов и 12 экзов. То есть все делим на 2 и еще делим на 2 регалы, чтобы узнать количество экзов. Использовать или нет экзы, это на ваш выбор. Затраты по валюте примерно одинаковые, но по времени с экзами в 2 раза быстрее. Вот такой простенький крафт-сетап. По поводу выкладывания шаблона на него, вы быстрее сами его сделаете, чем будете скачивать файл и копировать его в папку с шаблонами. Так, сейчас у нас минутка процесса крафта на скорости 32, а потом результат. По поводу результатов. Да, думаю, была небольшая подкруточка. Продавал я их по 4 дивана, но это заняло некоторое время, 5-6 часов примерно. Последние 2 я уже продал по 3,5 дивана. Тем не менее, при среднем крафте 1,5 дивана профит очень хороший. Ну и все, как обычно, там подписочки, лайки, комментарии и все другое. Залетайте в Discord. Всем подкруточки в крафте.